ЛДПР неоднократно заявляла, что надо всем гражданам земли выделить по одному гектару земли. Дальше мы пошли, сделали следующий шаг. Мы предлагаем, чтобы те, кто могут получить по одному гектару земли, могли получать минимум по половине гектара на каждого третьего ребенка и суду на беспроцентную суду на строительство 100-150-метрового дома, если горожане переезжают в сельскую местность. Такая же льгота должна распространяться на людей, которые получают землю в сельской местности. Они должны получать или стройматериалы, или сумму необходимую как для строительства, так и для обустройства их хозяйства. И, конечно, следующий вопрос – это, безусловно, предоставление мест на рынках выходного дня, на розничных, колхозных рынках, с тем, чтобы люди могли реализовывать свою продукцию. Эти места должны предоставляться на бесплатной основе, должна быть квота для региональных производителей, и местный муниципалитет должен отслеживать, что любой житель России, независимо от размера его хозяйства, бабушка принесла какую-то зелень садового участка или фермер приехал с клубникой или с огурцами, он бы мог реализовывать свою продукцию напрямую, без посредников, без участия так называемых национальных диаспор, которые, к сожалению, сегодня монополизировали все российские рынки.